Всем привет, друзья! Привет! Сегодня у нас 8 октября. Кира меня подсказывает. Мы находимся в лучшем городе Турции. Город Испарта. Признан для проживания самым лучшим городом в Турции. Это уже неоднократно все нам об этом говорили. И все знакомые, которые здесь живут и жили, что это лучший город для проживания. Ладно, сегодня у нас погода отличная. 30 градусов сегодня будет днем максимальная температура, а в Анталии 31. Значит, сегодня погуляем по этому городу. Мы находимся в 1 километре выше уровня моря. Город находится и в 100 километрах от Анталии, то есть горная часть Турции. За счет этого климат здесь идеальный, просто идеальный для проживания. Мы здесь и в жару не жаримся, и в холод не мерзнем. Ну как-то так, золотая середина. Вот, сегодня пойдем сейчас посмотрим, какой курс валют, посмотрим на цены на топливо на заправке. Посмотрим. Кира меня задергала. Она так боится велосипедистов этих. Ой-ой-ой. Вот. Пройдем обязательно по настоящему турецкому базару. Это что-то, друзья. Вы только посмотрите, как мы с Кирой. Кира вообще чудесно выглядит. Вот она, Кира. Всем привет, привет, привет. Ой, у меня такая причесочка интересная. Я только из парикмахерской, друзья, так что не судите строго. Все нормально, причесочка. Обкарнали меня. Протер, пошел. Да, обкарнали меня как следует сегодня. Подорожала парикмахерская. 200 лир отдал. 600 рублей, Саша. Ну да. Смешно. А было 150 вот. А вообще было 50. Ну, 200, в общем. Ну, не тысячи, не за 3 тысячи. Я в Москве по 5 тысяч стриглась. Да, а у Киры здесь тоже подорожало. Уже 300 лир. Женская прическа. Ну, как-то так. Очень хорошее утро такое, мягкое. Народ еще, как мы видим, не разделся. Да, просыпается только здесь, только. Вот. Дёнер стоит 40 лир. Пахнет кофе. Да. Пахнет, улица вся пахнет кофе, потому что здесь кругом, куда не кинем взгляд, везде кофейни какие-то, кофейни. И утренний кофе здесь обеспечен всем. Такой курс валют на 8 октября, а? Поменялся, да? Да, вообще не поменялся. Сейчас опять как-то странно ведет себя доллар-евро. Но лира по отношению к рублю укрепилась. Здесь, да, здесь вот нет. У нас здесь в Испарте не принимают рубль. Поэтому мы не знаем курс, но обмен, допустим, через золотую корону, кто переводит деньги, имейте в виду, курс уже совсем другой. Сколько там? 2,9? 2,9, блин. 2,9. А был 2,6. Обмен. А был 2,6. Пойдем. То есть как-то немножко изменился. Это немножко, смотря какие суммы. Если сумму большую менять, то... О-о-о. Не менять, я имею в виду. Пошли. Пошли. Жаркие. Ага. О, девчонки. Ну, наверное, все полицейские, пусть контроль проходит. Все красотки. Да, здесь правда. Девчонки полицейские, прямо красотки. Как будто их набирали где-то специально на специальном конкурсе. Вот, смотри, хорошие тоже. Кстати, 50% распродажи, да? Лир, 600 лир стоит. Теплая. Вообще шикарно. Такая. Теплющая рубашка.
с воротником теплым, 600 лир. Ну, то есть вот такие магазины уличные с отличными ценами, большим выбором. Не такой, да? Нет, ты же хотела закрытые взять. Закрытые. Нет, здесь нет таких. Шарфы. У нас задача сегодня номер один. Задача номер один Кире. У нее прямо хряснули эти кроссовки старые. И мы сегодня будем покупать их. Ну и попутно попробуем купить, если попадутся нормальные вещи, что-то из одежды. А так первостепенно у нас кроссовки. Быстро они так тепло одевают. Да, люди вообще просто быстро здесь. Чуть-чуть. Вот сегодня даже, да, передают 30 градусов. Вот я сейчас иду в рубашечке, в легонюсенькой вообще. И у меня спину жарит. А люди вот идут навстречу. Прямо в этих, в теплых вещах. Ну, как говорится, в Турции люди горячие. Это так. Значит, что у нас по коммуналке? Коммуналка не изменилась пока. Так же было, как и было. За электричество там нам пришло 230 лир где-то. Почти 230 лир. Ну, в общем, мы считали в переводе на рубли, у нас получается где-то чуть меньше 1500 рублей. Коммуналка вместе с айдатом. Вот у нас сейчас дома за коммуналку 10 тысяч. Это двухкомнатная, да, двушка? Двухкомнатная. За двухкомнатную 10 тысяч. Но это Москва. Поэтому есть чем сравнить. Я говорю просто... Здесь жизнь намного проще, легче, комфортней и спокойней. Ну, как-то так. Подходим к заправке Shell, друзья. Так, значит, у нас получается газ 26.37, солярка 44.11. 95-й бензин 44.11. И на турецкой заправке. Вот такие вот цены. Газ 25.23, солярка 44.07 и 95-й бензин 44.07. Джинсы по 250 лир продают на базаре, но это средняя цена. Есть подороже, есть подешевле. Так, посмотрим, на что на базаре. По 20 лир перец зеленый, по 20 лимон, по 15 морковка, 40 стручковой перец зеленый, картошка по 12. Слушай, огромная картошка по 12,5. И вот хорошая, смотри, по 10. Да вот это вообще отлично. Ну, по 10 лир. А вот по 5 есть, Кира. Даже картошка по 5 лир есть. Так, лук 12. 10. Яблоки 20, 30. Слива. Слива 25, персик 40. А хурма никогда? Никогда. Кыркли. Это кило? Кило с кыркли. Это тебе кило я дам. А мы там что взяли? 40 лет. А? По 15. У нас такая есть, блин, мандарины и арбуз, и виноград. У нас, да, вот этих мандаринами мы завалили весь холодильник. Кстати, сладкие и очень вкусные. Вот сейчас они, их уже можно брать. Первые, когда... Да, самые первые мандарины пошли, они были кислые. Сейчас прям мы с таким удовольствием их едим. Они сладкие.
Вот продают уже оливки зеленые, свежего урожая. Средняя цена 60 лир за кило. Это зеленые оливки. Так, яйца. Яйца по 80 и по 120. Яйца по 80 и по 120. По 80 просто чуть-чуть грязноватые. Но смотри, в магазине, в шоке, яйца 125 лир. Так, оливки здесь 150, 100, 120, но крупные. Прям хорошие. Так. А, вот, смотри, сейчас смотри, смотри цена. Человек никогда. Никогда. 80. А было, видишь, он говорит 80. А были буквально вот недавно. По 120 я спрашивал. В воскресенье были по 120. Так, бамья по 50 лир. По 50. Она никогда. Отус? Хороший. Хороший. Гранат по 30 лир. Вкусный? Кира уже сняла пробу. Очень вкусный. Дыни. Поштучно. 25 лир. 30. 40. Крупные дыни по 40. Так, и вот самые крупные дыни по 50 штука. Бананы дорогущие, друзья, бананы вообще по 50, по 60. Так, драконьи ягоды эти по 10 штук, 15 штук, 30 штук, авокадо 60, 30. Ну, мандарин. Вот, вот наш дедулька, Кир. Вот мы у него покупали. Да. Гузель. Супер. Вот это классный у него. Он молодец. У него всегда товар, кстати, очень хороший. Огурцы по 40 лир. Корнишоны 70, 80. И даже есть самые мелкие по 90. Киви упаковочка по 30 лир. Так, виноград. Виноград по 60 лир за кило. Вон какие гранаты, смотрите. Никогда. Элли. 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 По 50 лир гранат. Но он огромный, он видно по виду прям вкусный. Так, тыкву продают от 15 до 25 лир за килограмм. Не знаю, от чего это зависит. Так, кабачки 30 лир. Так, и вот такие по 50. По 50, огурцы по 40. Баклажан 25. Можно найти баклажан по 15, но он будет такой вяленький. Так, чеснок 200 лир за килограмм, самый лучший 250. Так, арахис 90 лир, соленый, чищенный, семечки по 80. Вот, я последний раз брал сливку, помидоры по 10 лир, очень вкусные, очень. Сливка дешевая, но такая мясистая, классная. По 25 помидор есть. Розовые. Никогда. Розовые помидоры по 30 лир. А, по 40. Я говорю 30. По 40 лир. Кирюня идет с хорошим настроением. Мы сейчас пойдем в этот прекрасный супермаркет. Ну, не супермаркет. Здесь торговый центр огромный, Мейдан. Одеваться. Отдельно смотрите ролик, сделаем. Возможно, завтра. По обзору торгового центра. Вот. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всего всем самого доброго, яркого солнца над головой и чистого вот такого голубого неба, друзья.
чтобы у всех было прекрасное здоровье. Не забывайте подписаться на наш канал, и вы будете в курсе всех самых последних событий, которые происходят в нашем отличном, прекрасном городе. Всем пока.